Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе диалоговой площадки «Талклау» при партии «Аманат». Выступая перед гостями, он в очередной раз призвал всех казахстанцев принять участие в голосовании, а уполномоченные органы, по его мнению, должны проводить разъяснительную работу по сути конституционных поправок простыми и понятными для граждан словами. Основные изменения, которые вносятся в Конституцию, направлены на 4 стратегические задачи. Во-первых, это создание эффективной системы защиты прав человека в нашей стране. Во-вторых, повышение ответственности депутатов и повышение эффективности представительных органов власти. В-третьих, эти изменения позволят повысить самостоятельность местных властей. И в-четвертых, они будут работать на демонополизацию власти и развитие политической конкуренции. И все эти меры направлены на создание справедливого нового Казахстана. И очень важно сейчас всем обществом поддержать эти изменения. Конституционная реформа и проведение всенародного референдума дали нашим гражданам веру в то, что Казахстан станет реальной территорией справедливости. И наша партия включилась активно в эту работу и проводит разъяснительные встречи по всей стране.